Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы абсолютно на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас давайте посмотрим самые сокровенные мысли мужчины о вас. Ну, честно говоря, для него вы являетесь некой неопределенностью, да, то есть он внутри в сокровенных мыслях сомневается, а нужен ли он вам, а любите ли вы его, а хотите ли вы с ним каких-то отношений. То есть масса сомнений на самом деле у него внутри. Вот. А он, смотрите, вот его сокровенные мысли, он-то хочет с вами именно серьезных отношений. Может быть, ну, для начала, если вы только познакомились, то... Естественно, просто серьезных отношений. Ну, а если вы уже какое-то время встречаетесь, скорее всего, в сокровенных мыслях он реально хочет с вами семью, совместное проживание, может быть, даже замужество, именно официальный брак. Вот еще какие страсти у него в сокровенных мыслях. И хочет он к этим серьезным своим намерениям прийти очень быстро. Но для него неопределенность. Из-за неопределенности некоторое разочарование. Да, то есть ему бы хотелось быстро с вами прийти к каким-то серьезным взаимоотношениям. Вот. Но пока он вынужден это действительно держать глубоко внутри себя, потому что он не уверен в вас.